На улице Артюхина у местных жителей появилась новая зона отдыха. Этих перемен жители Заволжского района Твери ждали долго. О том, каким образом удалось добиться результата, расскажет наш корреспондент. В Заволжском районе 1 декабря прошло торжественное открытие. На улице Артюхина у местных жителей появилась новая зона отдыха. Этот проект реализовывался по итогам рейтингового голосования, где жители микрорайона проголосовали, чтобы здесь была благоустроенная зона. И вот это решение жителей было воплощено в жизнь. Сами жители вспоминают, какой была эта территория раньше, и говорят, перемены были необходимы. Темное место не располагало к прогулкам, тем более с детьми. В итоге приходилось искать площадки далеко от дома. Сейчас здесь установлены современные игровые комплексы, беседки, скамейки и освещение. 60-50 лет тому назад была посажена роща учениками 16-й школы. Ну, деревья выросли, тут все как бы уже в упадок пришла вся роща эта. Вот решил город нам сделать подарок в юности. А то, ну что, людям собираться, детям особо негде. Да и нам тоже хорошо, то и скамеечки, и походить, и красота. Так что мы рады. Ну ладно, давай, скажи спасибо-то. Скажи спасибо, вот. В рамках программы по формированию комфортной городской среды в этом году также завершилось благоустройство парка в пойме реки Тьмаки. На аллее Славы в Мамулино работы должны закончиться на этой неделе. Здесь же появится комфортная зона отдыха для горожан.